Областное управление ГИБДД подвело итоги 2015 года. Число погибших снизилось на 40 человек. Тем не менее, 233 ярославца спасти не удалось. Почти треть всех ДТП происходит с участием пешеходов. Половина из них по вине самих пешеходов. Примечательно, что число аварий на светофорных зебрах почти такое же, как и на необорудованных светофорами. Почти 40% ДТП происходит из-за плохого состояния дорог. 15% по вине нетрезвых водителей. Последний показатель не снижается. А вот нарушать правила дорожного движения ярославцы стали меньше. В немалой степени этому способствуют приборы автофиксации. Таковых на дорогах области применяется полсотни, в том числе такие, которые способны видеть нарушения сразу в нескольких полосах движения и в темное время суток. В нынешнем году планируется два перекрестка в Ярославле. Московский проспект Малая Пролетарская и Толбухина Большая Федоровская оснастить приборами, фиксирующими проезд на красный свет и выезд за стоп-линию. Выявлено 767 тысяч административных правонарушений. Наверное, в какой-то мере укрепляется дисциплина. Сокращение практически на 200 тысяч нарушений – это существенно. Только автоматической фиксацией мы выявили практически 605 тысяч административных правонарушений. Около 80% всех нарушений, которые выявляются в области – это автоматическая фото-видеофиксация.